Вот ты, господи. Это, конечно, не котенок, это взрослый кот уже. Да, это взрослое животное. То есть это... Да. Ну-ка. Ох, анемия сильная у него и обезвоженность. Ну-ка, бери его. Ой, да он смотри, что-то у него это. Ну что такое? Да, я поняла. Это ожог какой-то. Это у него уши тоже почему-то. Это обмороженные. Это обморожено уши. Давно причем. Да. Это давнишний. Котик. Это взрослый котик. Или кошка. Просто да. Котик. И это. У него. Он еще и крипторх, у него яйца что-то. У него яички в животе. Да, я спрошу маму. Мы тогда в больницу его сейчас повезем. Мы для глаз все купили, но тут, конечно, капельница нужна. Ну, да, он понадобится, да, если у него там глаза. Ну, у него вроде глаз нормально, роговица. Вот с этим глазом что непонятно. Ага. Да, мы купили сейчас. Да, а давно он у вас во дворе? Вот сегодня мы его обнаружили. Ага, понятно. Дети поди нашли. Ага, дети. Есть такая у нас еще возможность отдать корм сухой собачке. Ага. Ну, знаете, там прям большой такой пакет. Ну, давайте, если прям вам не мурлычет. Большой. Ну, вроде мурлычет. Ну, плохо. Мы купили для нас собаки. Ласково, но ему, походу, очень плохо. Есть, да, вроде. Да, глаз есть, но он такой. Лечить его надо, короче. Mm-hmm. Да, котика нашли вот только что. Хотим посмотреть почки. У него печень, поджелудочную. Mm-hmm. Ну, в принципе, все органы. Mm-hmm. Вот. Котик пожилой у нас. Вот, он, конечно, не сильно, но пожилой. Вот. Сейчас у него он температуру теряет. Поэтому приняли решение все-таки его перелить и попробовать полечить. Вот, сейчас тут на грелочке лежит. Вот грелочка у него здесь электрическая. И на вот на гемотрансфузии. Вот наша кровь. От нашей кошечки-донора. Вот, очень потихонечку переливается все. Вот.